Привет, народ. Сейчас, секундочку. Давайте как-то прицеплю. В общем, забыл камеру поставить на зарядку. Посылочка с Алиэкспресс. Да, они приходят. Да, можно заказывать, народ. Просто нужно знать, как это делается правильно. И все, вопросов нет. Многие спрашивают, тут кинул фоточку. Этот самый, скажите. В Инстаграм, что пришла посылка с Алика. И сразу, как так? Вот так вот. Обычно, видите. Заказал себе Русик отвертку. Потому что там, помните, да, у меня бита накрылась одна. Ну и тут, как бы вот, точно такая же отверточка. Но поинтереснее немножко. В плане того, что вот, смотрите. О, перевернем. Вот так вот. Вот такой вот набор. Угу. Ну, во-первых, тут поинтересней, вот, что все в одном месте, да? Тут у меня отвертка. И набор бит. Следующий набор бит. Если здесь ничего я не подобрал, да, лежит у меня вот здесь вот. Следующий набор бит лежит у меня вот здесь вот. В принципе, ну как бы удобно, да, выбирать их видно, но все равно приходится. Буковки мешают вот здесь, вот это все приходится вытаскивать. Вот так вот, оп, и смотреть вот так вот. То есть наборы бит здесь классные, скажу сразу, за... 3 года, по-моему, да? По-моему, 3 года я уже работаю данным девайсом. За 3 года, народ. Вот название данного девайса. Я не помню, 3, может быть, 3 с хвостиком. Вот давайте вот здесь в уголочке скриншот с видео сделаю. Там будет видна дата публикации. Наверное, где-то 3+ года. И вот уже на 4-м году жизни у меня единственный нюанс случился. С этой отверткой, видите, да? 7-я бита чуть-чуть короче, чем 6-я. То есть торкс я сломал таки. Сломал, скажем так, можно сказать, даже по своей вине, потому что это уже можно считать нецелевым использованием. То есть этот набор для сборки, разборки, скажем так, оргтехники. Ножей можно в том числе, но не до такой степени. То есть прислал мне человек нож на ремонт и осевой. Массивный, большой осевой, я не знаю, там М4, наверное, ну такой массивный осевой. И он его посадил на красный фиксатор резьбы. Не предупредив, просто написал Руслан, что вот сделайте, пожалуйста, это, переточите нож. Я беру и смотрю, такой маленький, такой огромный осевой, шляпка большая и М7, говорю, ну вы поняли, Т7. Пробую открутить, не откручивается. И я прям взял и попробовал сорвать его. Не получилось. То есть я вот сорвал, отвертка прокрутилась, а кусочек остался там. Я его так раз, и он выпал. Все. Потом взял оставшуюся часть, попробовал открутить, не крутится. Потом нагрел и только потом открутил уже вот, вот этим набором. Здесь у меня набор Толсон. Но скажу сразу, что рабочие биты я здесь менял. Какие-то они тут модные. Ну-ка. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Сейчас-сейчас-сейчас. Вот. КВБ, по-моему, да? Или Д. Ну, в общем. Кто-то мне посоветовал из подписчиков. Русик. А я до этого покупал биты отдельно. И Bosch покупал, и Stanley покупал. Вот маленькие. Они все ломаются. Не работают. А вот это вот. 3 года. Причем я же говорю, что вот эта вот история используется вот так вот, а вот это вот лежит вот здесь. Вот. То есть, с одной стороны, это удобно, что не нужно таскать всю, понимаете, да, палитру красок с собой. А с другой стороны, это удобно, когда вот у тебя все всегда с собой есть. Вот эти биточки мне пригождались. Вот эти биточки мне пригождались. Супруга миксер попросила отремонтировать. И я туда ничем не смог подлезть, обошел всю мастерскую, все везде, хоть плачь. Ни одна бита, ни длинное отверстие тоненькое такое,
не проходит. То есть ни одна отвертка туда не заходит, ничего, даже тоненькая самая. А длины не хватает. То есть и длины, и вот только такой битой я смог подобраться. В общем, а вот эти все биты, я же говорю, что сворачиваются, даже вот эти вот КВД или КВБ, как бы, сворачиваются тоже. То есть я их уже сорвал, две, это третья или четвертая бита уже, М7. Сворачиваются, народ, сворачиваются все. Вечного не бывает ничего, особенно когда люди красный фиксатор льют в ножи. Плюс ножи не М2, М3, а М4 винты стоят там. Давайте я вас поправлю чуть-чуть. М4 винтики, он туда красного фиксатора, да побольше. И ты крутишь и думаешь, да что ж такое. То есть тут уже не зависит от рычага. Да, вот. Либо ты отверткой прям берешь в руках, крутишь, либо ты данной отверткой крутишь, хотя там есть блокировка шпинделя, что нельзя не отметить. В общем, вот такой вот набор для, опять же, мы видим, что разборки мобильных девайсов, то есть это для тех, кто ремонтирует мобильные телефоны, по большей части, я так думаю, потому что вот присоска нам об этом говорит, и вот эта скрепка. Ну, а в остальном, мне кажется, что должно быть тоже ничего. Почему? Потому что сейчас покажу. Опачки, опачки и опачки. Смотрите. То же самое, но чуть-чуть больше. Но есть один нюанс. Видите, да? Кнопочка дополнительная. Вот эта кнопочка, собственно, и решает. Давайте что-нибудь мы сюда поставим. Такое для визуализации. Ну вот. Вот так вот. Первая скорость. Зажимаем кнопочку. Вторая скорость. То есть здесь есть две скорости. И, по-моему, здесь разные усилия должны быть. Да. В общем, давайте будем сравнивать сейчас по усилию. Пробуем открутить, сорвать болт. Или винт, посаженный на фиксатор резьбы. Стало на первой скорости. Давайте вторую включим. Ого. Ого. Не могу руками удержать. Ну-ка. Здесь. О-о-о, короче, ребята. Это как первая скорость. Поняли, да? Вот на этой отвертке. Отвертка заряжена. Я ее заряжал буквально позавчера. То есть с этой отверткой будет намного проще крутить мне ножи. Почему? Потому что и там есть блокировка шпинделя, понимаете, да? Когда я могу просто как отверткой крутить. Но усилие, ну реально я не могу ее удержать руками. Понимаете, да? То есть срывать, скажем так, винты на фиксатор резьбы будет проще вот этим. И зажимать силовым зажимом будет проще вот этой отверткой. Почему? Потому что и там присутствует блокировка шпинделя, но все-таки здесь, ну, остановить его нереально. То есть здесь я не буду пользоваться как блокировкой, я здесь просто буду зажимать, ну, силовым зажимом. Вот сколько он зажимает, сколько и будем подтягивать. Две скорости, но, как по мне, лучше бы они сделали, ну, тяговые усилия, поняли, да? Вот я сейчас, смотрите, на первую скорость опять переключаю. И вот первая скорость. Ну, примерно так же, как и здесь. Не, здесь немножко сильнее усилия именно. Здесь еще легче усилия. Примерно так же, но здесь чуть-чуть слабее. Но на второй передаче его удержать нельзя пальцами. Хотя, видите, да, какой шестигранник здесь большой. Не могу его удержать. Поэтому как-то так. Ну, на всякий случай, да. Вот этот шестигранник можно сюда, как удлинитель, и дальше крутить. То есть, в принципе, можно вот этими битами пользоваться. Здесь есть переходник, я надеюсь, да? Да. Есть переходничок, видите, под биты. То есть, я могу вот сейчас вот так вставить, и любую биту взять и сюда вставить. И вот пользоваться вот таким вот огромным рычагом просто уже. То есть, это предусмотрели. Удобно. Почему? Потому что вот в моей версии этого нету. То есть вот в этом наборе вот этого переходничка самого
классного и самого нужного нету. А он очень, как оказалось, практичный был бы. Почему? Потому что я беру вот эту отвертку и вот эти биты. А мог бы взять вот эту отвертку и пользоваться вот этими битами. Поняли, да? И основная фишка еще Type-C. То есть заряжается он очень быстро, и емкость аккумулятора здесь, по-моему, чуть-чуть поболее будет. Опачки. Даже вот такой вот удлинитель есть. Длиннющий в наборе. Даже вот такой вот гибкий вал есть. То есть, если вам куда-то нужно залезть, то без проблем абсолютно. Вот, пожалуйста. Можно вот так вот щелк, щелк. И где-то из-за угла чего-то закрутить. Поняли, да? Ну, это в мобильных телефонах навряд ли пригодится. В автомобилях, скорее всего. В ножах тоже навряд ли. Вот эта лопатка очень крутая штука. Очень давно хотел себе купить. Заезжал пару раз в медтехника, или как называется, магазины. И не было почему-то. А тут, видите, прям китайцы молодцы. Вот раз, два, три, четыре, пять. Пластиковые вот эти тоже фомочки. У меня свои есть, помните, я пользуюсь. Где-то здесь у меня вот такая вот пластиковая фомка. И здесь у меня вот такая вот пластиковая отвертка. Можно их сюда в набор будет добавить просто, да и все. Ну, в общем, как-то я скомпоную потом наборчик, чтобы все в одном было. Потому что, ну, не всегда удобно. Иногда удобно, вот когда я здесь на работе, да, то нормально. Но когда, допустим, я планирую какую-то поездку и знаю, что там человек есть, куда я еду в гости, есть, который попросит разобрать, там, сделать ТО его ножу или двум, или трем, то мне вот, ну, более выгоден вот этот комплект с собой. Бросил сумочку, там, багажник и забыл. Нежели взять вот это и брать отдельное вот это. Хотя, ну, вот это к ножам навряд ли будет иметь отношение, но может быть. Если какой-то, я же говорю, миксер, то вот только там. В общем, народ, вот такой вот наборчик. Все крутится, все вертится. Удобно поддержать, загнуть, одеть, поставить. В общем, щеточка. Ну, для меня она, скорее всего, будет не актуальна. А вот пинцет. Пинцет в моей работе будет очень даже актуален. У меня такие же есть пинцеты набор. И вы видите, да, кто смотрит постоянно канал, что иногда они, ой, как выручают. Вот видите. Такой же, только пластиковый. Ну, пластиковый, потому что диэлектрический. А мне, в принципе, в моей работе диэлектрический не очень нужен. А вот нужен иногда тоненький болтик, чтобы поставить там. Вот буквально на днях, вчера, в очках, разобрался винтик. Нужно было поставить его. И вот прям вот такой вот пинцетик, прям тютя в тютю. Для вот таких вот болтиков, которые там. И отверточка тоже, кстати, пригодилось бы, да? В принципе, народ, вот такой вот набор, что у нас здесь есть. Давайте я вам вот так вот поднесу и покажу. Ставьте на паузу, кому интересно. Вот такой вот наборчик. Что нас интересует? Какая палета нас будет интересовать? Вот это вот. Что у нас здесь есть? Все абсолютно есть. Здесь есть 7, 8, 9, народ, 10. В этом наборе нет 9 торкса. Как так? Я не понимаю. Но его нет. Вот в этом наборе, если будете покупать, учтите, нет 9 торкса. Нет. Берем другой набор, смотрите. Benchmade Blue Box. Да? Ну, казалось бы, ребята, смотрите, 6, 8, 10. Где 9 торкс? А Benchmade скажет, там мы не используем на своих ножах 9 торкс. Ребята, ну вы не используете, а люди-то другие используют. Ну реально встречаются ножи, на которых 9 торкс. Что делать вот с этим набором или с Blue Box, с вот Bench? Я не понимаю. То есть у меня был такой случай буквально недели две назад. 9 торкс. Ну и хоть разбейся. 9 торкс. И зажат он был очень-очень сильно. В этом наборе у меня 9 нет. В этом наборе у меня 9 нет. В Blue Box у меня 9 нет. И, по-моему, только в этом наборе я нашел 9. По-моему, вот здесь вот. И то этот набор
очень-очень китайский, очень мягкий, поэтому пришлось греть очень, прогревать качественно. А сегодня только потом девятым наборчиком, девятым торксом откручивать. Здесь же есть девятый торкс по умолчанию. И они пишут, что данный инструмент выполнен из стали хромванадия. В общем, будем надеяться, что это будет работать. И причем, видите, они секреткой. Они секреткой, то есть для специфических работ. Я для этого специально покупал вот этот инструмент, потому что здесь, видите, торксы тоже с секреткой, с отверстием. Очень многие производители, в частности, давайте покажу. В частности, мы, допустим, если возьмем компанию Leatherman, да, так они вот специально ставят вот такие вот торксы с секреточкой, чтобы сторонний пользователь ручками туда своими не очень как бы мог, понимаете, да? В общем, как у врача заповедь, не навреди. Вот то же самое Leatherman, предохраняются и правильно делают, но тем не менее, видите, здесь есть у нас торксы и обычные, заметьте, вот обычные, Т7 и так далее. И обычные, и с отверстием. Очень круто. Прям наборчик очень-очень нравится. Мне по виду все супер, все замечательно. По комплектации, по компактности я бы даже вот эту штучку бы убрал отсюда, чтобы она здесь не мешала. Но может нажаться кнопка, понимаете, да? Поэтому будем делать так, как производитель нам, скажем так, заповедал. Все на место. Всем этим мы будем пользоваться. Отдельно я покупал себе вот она, вот эту штучку. Намагничиватель, размагничиватель. Она у меня здесь отдельно, и есть вот здесь большой отдельно. И чтобы вы не подумали, я им часто пользуюсь. Почему? Потому что иногда бывают такие ситуации, что болтик, выпадает сбитый, а нужно поставить, и вот, потом как-то вверх ногами его тыкаешь, неудобно. Раз взял, намагнитил отверточку, тык, поставил, все удобно, все практично. В общем, вот эта штучка прям классная, у меня такой нету, тоненькая, чтобы где-то что-то подеть. А очень часто накладки разбираешь, и человек залил либо фиксатором, либо чем, нож, либо, может быть, даже какой-то смазкой, она закисла, залипла. И иногда прям не можешь, а лезть туда, понимаете, металлическая отвертка не есть хорошо. А вот, тоненько поддел все. То есть теперь у меня вот полный комплект, полный набор будет. Вот это все я сюда просто добавлю, и будет у меня вот такой вот набор. А вот это все тоже, в принципе, пригодится, вот эти медиаторы. Так называемое, да, чтобы где-то что-то подковырнуть. Но я не собираюсь как бы заниматься ремонтом мобильных телефонов. Но тем не менее, штука прикольная. Так, а как нам сделать? Как нам сделать вот это, чтобы все не растерять? Чтобы все это не растерять. Давайте мы его просто под присоску поставим. Вот так вот. О! Чтобы все не растерять. То есть здесь чем удобно, что. Вот все в комплекте, то, что нужно. Но иногда бывает, я же говорю, что этого набора не хватает, нужно добавлять то. А здесь вот удобно то, что это все в куче. Вот это мы просто вот так положим сюда. В принципе, мне не нужен данный шнурок, потому что у меня здесь постоянно вот раз, два, три. Я не буду сейчас камеру поворачивать. То есть три штуки, вот у меня Type-C стоит. Всегда включенных в розетку. Так что, народ, это, наверное, самый максимальный набор, который я встречал в продаже. То есть, для примера, давайте посчитаем, сколько инструментов у нас здесь. Так, раз, два, три, четыре на площадке. И раз, два, три, четыре, пять. 5 в 4, 20. Вторая, 5 в 4, 20, 40. И 5, тут 4 на 4, 16. Итого 56, да? 56. Запомнили. Теперь считаем здесь.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Да, Илюха? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 на 8. Подождите. Я в глаза потянулся. 120. То есть ровно в два раза больше. Даже больше, чем в два раза. Это значит, вот потому что у меня свет работает. И, там у меня стоит блок питания лабораторный, и он запитывает мой свет. А, я понял. А мне казалось, что у тебя там... Нет, там слышишь? Там? Да, да, все нормально, это нормально, значит. Папа, я там слышал звук. В общем, народ, давайте мы, наверное, немножечко переиграем здесь все. Все-таки есть... Или не надо, или оставить как есть. У меня инструменты все-таки есть, которыми я не буду, наверное, пользоваться. Вот эта вот штука мне незачем. Вот эти вот штуки, они прикольные. Но они мне тоже не нужны. Ну, то есть каждый день я ими пользоваться не буду. Их бы куда-то туда подальше засунуть. О, они поместятся, в принципе, с отвертками, да? Да. Вот так вот, вот сюда мы их поместим. И моя даже сюда уместилась. Вот это куда теперь деть? Да я не буду ее туда ложить, потому что, ну, понимаете, вот там вот пускай лежит, в общем, упала. Мне, в принципе, это не нужно. Зарядная от мобилки у меня всегда с собой, даже в машине, даже в дороге и так далее и тому подобное, поэтому здесь оно не нужно. Ну, а биты здесь просто, смотрите, от Торкса, вот смотрите, от 0,8, 20-й, а вот здесь вот есть даже 25-й. Есть все вот эти вот, видите, да? Вот такие вот нестандартные вилочки, четырехгранники, трехгранники. Есть обычный 6-миллиметровый, то есть под обычную биту, под любую. То есть, ну, это, скажем так, силовой вариант, вот. Открутить вот это вот, сюда ставим и крутим просто. Если прям нужно на силу что-то сорвать. То есть любую отвертку вот такую берем с огромной ручкой, мощно, и крутим. Без проблем абсолютно. Ну и вот даже вот такие вещи диковинные есть. Которые не всегда везде встретишь. И даже вот просто где-то что-то какое-то поправить отверстие. Если завалилась резьба, то можно в принципе без проблем. Ну и здесь еще что-то есть. А здесь у нас есть, народ, магнитный коврик. Спрятали китайцы так хитро его сюда, видите. Мама, закрой, пожалуйста, мне дверь. Как она была, скажи? В общем, магнитный коврик нужен зачем? Смотрите, берем самую большую биту, вложим ее сюда, поднимаем, и она висит. То есть берем 2-3 биты без проблем абсолютно, и они все висят. Набор прикольный, набор все в одном, и прям достал и пользуюсь. Так что огонь, огонечек. Дальше. Вчера, да, я опубликовал пост в Инстаграм, что приехала посылка из Китая. И некоторые спрашивают: Русик, что там приехало? Я говорю: я не знаю. Говорит: слушай, а как ты заказал? Почему не знаю? Потому что едет много посылок с Китая у меня. Где-то 5 или 6 сейчас в дороге еще. Говорят, а как ты заказываешь? Слушай, ну, никто не может заказать с Китая посылку, а ты заказываешь. Я говорю, как никто не может? Вы просто не умеете, ребят. Кстати, тут характеристики есть, давайте покажу. Кому интересно, нажимайте на паузу. Папа. Да, секундочку, зайчик. Я тебя люблю. И я тебя очень сильно люблю. И где этот микроскоп, который тебе присылали? Вот так вот. Кнопки управления, демагнетизатор. Характеристики отверточки: 350 мАч аккумулятор, 60 минут до полной зарядки, что очень быстро, потому что та моя отверточка часика 4, по-моему, заряжается, то есть долго, реально долго. Не знаю, почему они так сделали, ну, видимо, маленький АКБ маленькими токами заряжает, непонятно. В общем, что здесь у нас еще есть, давайте посмотрим, есть что-то. А, ну, здесь расписано, какие торксы есть. Вот так вот. В общем, человек спрашивает, что, Русик, а как ты заказываешь посылки с Алиэкспресс? Я говорю, элементарно. У меня сейчас едет то ли 4, то ли 6 посылок. Даже не знаю, кто там отправил из них. Илюхе чехол заказал на телефон. Маме чехол на телефон заказал.
микроскоп заказал. В общем, всяко разное едет. И заказать заказ вы можете, но вы не можете его оплатить. Так как AliExpress пишет, что вы не можете, мы не можем принять оплату за товар, потому что мы не можем его доставить. По какой причине в вашей стране наблюдаются проблемы с логистикой, то есть с доставкой? Понимаете, да, в стране, что происходит сейчас. Поэтому пишет, что нет возможности доставить. Но этот вопрос очень легко обойти. Каким образом? Я без проблем оформил. Вот. Тоже я, кстати, подглядел это, не помню, то ли на YouTube, то ли в Инстаграме. Нет, в ТикТоке подглядел это у одного, скажем так, товарища, за которым я посматриваю на ТикТоке. Обзор инструментов человек делает, и тоже с Алиэкспресса доставочки, и спросил кто-то, как с Алиэкспресса доставляешь. Элементарно. В общем, я как делаю? Да, наверное, я думаю, что вы загуглите, вам это не интересно. Скажу, что это делается легко и просто. Там одну манипуляцию нужно сделать, и все, и можно заказывать без проблем абсолютно, доставка работает. Я думаю, загуглите. Ну, а если кому неудобно заказывать с AliExpress, то можно заказать данный товар на Амазоне тоже без проблем абсолютно. Ссылочку я тоже добавлю в описании. В принципе, если все-таки не разберетесь, как заказать с AliExpress, то пишите в комментах, я сделаю отдельное видео, там на 2 минуты оно будет. Но сейчас это делать зачем? Правильно? Пока-пока, увидимся. Да? Да. Все? Все, зачем? Теперь поиграем? Конечно, поиграем. Во что ты хочешь поиграть? Ну, на три. Мяу. Угу. А давай махнем на велосипедах кататься. На велосипедах? Давай. Да. Махнем? Да. Я куда? А, не ты даже... Не по дороге. Не по дороге? Дай, пожалуйста. Я еще... Я положу. Я еще не знаю, куда. А, ты даже не знаешь, куда? Короче, давайте. Счастливо. Я